немного двигаете, кислота сжимается, разжимается.
двигаю вверх вниз неоновую лампочку по катушке. А выходной желтый, который фиксирует пояс. Никаких изменений не фиксирует. Вот залипание происходит. Вот немножко понижаю частоту, потом оп, такая частота, немножко сдвигаю, такая уже амплитуда. А генератор-то вроде бы тут нормально качает, никаких там ни скачков, ни искажений нет. Опять залипание и вылазит какая-то низкая частота, но на генераторе нет никаких изменений на сигнальном, который идет. Вот как генератор, вот идет потом на драйвер, с драйвера идет по этому синему проводу, вот на транзистор. Вроде бы поле тут фиксирует большое, а тут, как я смотрю, поле никакого особого поля не вижу. Большого. Вот я так приблизил, тут меняется. Отдалил, приблизил. В общем, тут может наводки на драйвер или нет.
немножко поднял частоту. Вот тут пучность тока в эту сторону и в эту сторону, пучность напряжения. Потом тут пучность напряжения, тут пучность тока. До предела накрутил, перещелкнул, вот поменял эти переключатели, теперь могу дальше продолжить крутить вверх частоту от 3,1 МГц. Вот 3,2, какой резонанс шкаливает. То самое, тут пучность тока, а тут вот пучность напряжения, тут и вот у меня это. Немного опущу частоту. Пробую унизить напряжение потребления. Самое мало нет. Вот 0,06 ампер. Это как бы параллельный резонанс. Вот это вообще слабо. А вот как двинул, даже никак не мешает. Может, она удерживала пушку. Пушку держать. Еще даже не горит. Вот, немножко. А вот тут пучность движения. Вот тут может. Опять пучность напряжения, но уже чувствительно слишком мало не будет. Вот я вожу опять. Тут особых влияний нет, как я вожу от этой амплитуды. Повышать буду 3,7 МГц, то есть я не вниз шел, а вверх, 3, а вверх по частоте шел, значит, надо вниз идти, там найти самое малое потребление. Вот 0 ампер. А вот когда приблизил, началась пляска. Вот тут вырос потребление.
Вот. Вот тут, когда горит, вот он такой пляс. Пробует таким образом. Все равно. Примерно то самое вот тут пучность тока. Потому что частоты не сильно отличаются. Это еще ниже. А тут уже растет потребление. Вот до предела докрутил до 3,7 МГц. Тут похоже посередине. У меня где-то красный светодиодик, он чувствительнее, чем этот желтый. Такой маленький. Не горит. Этот поле показывает не такой малый. Попробую палец. Вот. Вот пальцем вожу, вожу, и когда вот тут привожу, она вот тут вот она сбивается. Это не значит, тут пучность напряжения есть. Вот настроим теперь переключатель. Теперь 3,4 МГц. Частота самая низкая. И когда я включаю, питание для трансформатора Tesla, становится 3,5-16. Наводка уже сдвигает частоту генератора. Уже при таких высоких частотах. Почему так не горит? Тоже ничего нет. Но вот из этого длинного провода, который идет на транзистор, там на затворе там другой уже сигнал искаженный низко. Следовало им переделать. 4 МГц.
вот так. Вот тут вот. Тут уже такая частота высокая, что осциллограф разрешения не хватает. Такие слишком уж мало деталей влазит. На 20 мегагерц осциллограф. Как я вижу, по сигналу ничего не изменилось. Думаю, ничего тут не изменилось. Тоже ничего не изменилось. 4,4. Вот тут поменялось, тут колет меня даже вот этот конец. Да я за него держусь. Если так, то здесь ничего нет. Даже уже издалека. Надо до 4,3 немножко посмотреть, что-то пропустил. Тут тоже примерно. Таких вот тут наводок нет, не скачет амплитуда, как-то потребление нулевое. Драйвер и генератор питаются от отдельного потребления 15 вольт. Так это вот трансформатор, поэтому тут только чисто потребление самого транзистора, самого трансформатора. Вот тут и тут все горит. Может так будет, но и так горит. На руку не касается. А пол волны что-то так не проявилось так ярко. Вот тут что-то произошло. Это нет, потом вот какой-то вот билиберда, и потом какой-то перескочок происходит на 4,5-4 МГц. Ну это может связано, что тут
этому проводу, там искаженный сигнал. Вот тут уже три в трех местах есть. Амплитуда не особо не меняется. Тут потом путный сток. Путный сток. Вот 5 миллиметров. 4,6. Резерв, видимо, около резонанса что-то. Может, на кратность основного резонанса где-то миллимерна вылазит. Вот. Наш лампочка. Морняется. Миллимерная. Ну, то, что надо. Может, на наводку, на драйвер, может, из того, что тут этим проводом идет там искаженный сигнал. Потому что вот на самом генераторе этой билиберты нет. Это мерится вот что-то на самом генераторе. Это уже вот, вот этот вот мерит на расстоянии. Хоть тут синяя, а тут желтая, а тут, ну, тут наоборот, вот 400. Немножко покрутил, 4,7 уже. Ну вот, сигнал не меняется, когда я провожусь. Недостаток вот этого амперметра, что он медленно откликается на изменения. Если он был быстрее, очень он был быстрее, поэтому ему там не смотреть потребление сразу. А 4,8 он держит. Разные новые. Он вот такой превратился. Вот это уже глюкостилограф. Ноль потребления. Там может уже трудно транзистор убрать. Его, наверное, напряжение надо понимать, потому что очень высокое число. Два.
Ну, я там уже, наверное, лучше не полезу. Выше уже не идет. Опять 6. Поднял напряжение. Опять 7, вот тоже. Сколько меняется график опыта на земле. Даже колик, но тут очень сильно. Вот. Теперь до 6 МГц можно регулировать. Ладно, 5 будет, 5 будет вернуться. Конечно, не показывает, потому что... А если паузу нажму, что тут вот творится? Вот тут проявляется, видно, что частота, видимо, основная. На 1,2 МГц. Где-то можно замерить курсор. Вот. Channel 1, например. И time, вот. Время замерить. Вот замерится горбика на горбика, и вот частоту тут показывает. Вот 1,3 МГц. Так ее частота 1,2, но я тут, может, не совсем точно выставил. Поэтому вот вылазит это 1,2 МГц основная. Вот. В генераторе нет никаких таких вот боев. Видимо, уже на сам драйвер, может быть, драйвер не совсем хорошо сделан. Идет влияние. Четко стоит 5,9 МГц на генераторе. Рыбки получала раньше. Она проскакивает, вот такой дверь. На руку прилезает. Найду 6, найду. Вот 6 на дверь.
первый. На, вообще пропал. Может, не хватает ему памяти, сразу два сигнала показывали. Там он его уменьшает. Ничего нет. Не то, что вот один, потом другой вниз идет. Нет. На какой-то гармонике. Может, на 3 МГц где-то. 3,1 там где-то по волне какой-то резонанс проявляется. Вот опять стабилизировал. Начинаю вот понимать. Блин, нулевое. Тут, наверное, до 6,2. Вот 6,2 на пес. Тоже, наверное. Почему не будет? Дальше-то можно и на 8-10 МГц, но там уже нет смысла, там ничего не будет, там, наверное, драйвер уже не очень потянет.